Римская империя, которая завоевала практически весь мир.
Эта большая римская империя, она принесла с собой не только, может быть, печали и разочарования, но принесла с собой еще кое-что хорошее. Представьте себе одно большое государство. Представьте себе, нет границ. Представьте себе, что построены прекрасные дороги. И оттуда пошло, вы помните, это очень известное такое вот пословица, да, когда говорят о том, что все дороги ведут в Рим. Действительно, были построены новые дороги, действительно, эти все дороги, они сходились к Риму. И представьте себе, что никогда раньше и никогда позже такой ситуации не было, что без границ можно было путешествовать по огромнейшему государству, и никогда ты в нем не заблудишься, потому что все дороги, они ведут в Рим. Представьте себе, какое прекрасное время для того, чтобы ходить и проповедовать Слово Божье. Правда, братья и сестры? Не надо преодолевать границ, не надо проходить таможни, не нужны загранпаспорта никакие. Ходи и проповедуй. Христос пришел именно в это время, когда географически, когда вот так территориально, все люди, все страты, эти миры, которые были под громадной этой Российской империей, были объединены в одно государство, когда можно было бы ходить и проповедовать, ходить и проповедовать. И вы знаете, Римская империя, она пришла после того, когда господствовала на земле греческая империя. И вот что интересно, вот греки, они славились тем, что у них было очень-очень много богов. Они поклонялись одним богам, вторым, третьим, четвертым. И в принципе, любое селение, в которое вы зайдите, там у каждого человека, какое бы у него ни было занятие, земледелец, рыбак или еще чем-то занимался, у него был свой определенный бог. Бог урожая, бог солнца, бог дождя. И в принципе, любое событие, которое происходило в природе, для этого отводился отдельный бог, которому они поклонялись в определенное время, по определенной нужде. Греческая империя, она... Этих богов было очень много. Она славилась тем, что боги были разные. Были мужского пола, были женские. Они поклонялись этим богам, и Греческая империя, когда завоевывала другие страны, то, естественно, она приходила в ту культуру, где были еще другие боги. И, соответственно, присоединяли и этих богов на всякий случай ко всем своим другим богам. И им начинали поклоняться. И вот, когда пришла Римская империя, то случилось еще большее такое вот наложение вот этих культур. И тогда уже и римские боги, и греческие боги, они собрались в одном месте, и был так называемый греко-римский пантеон. Когда уже все перемешалось, и одни боги получили имена других богов, и какие-то аналоги были вот в греческом мире, в римском мире, и все это настолько вот сгустилось, и настолько все объединилось, что люди порой не знали, кому поклоняться, когда поклоняться и в какое время поклоняться. Новый Завет об этом говорит неоднократно, о том, что такие вот собрания, пантеоны, они присутствовали, и люди, в частности, поклонялись, вот, к примеру, Артемиде Эфесской. Люди приходили и просто кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Они поклонялись богам. И знаете, в то время, когда пришел Иисус Христос, исполнилась вот еще такая частичка, еще такая сторона полноты времени, что люди уже в своих верованиях, в том количестве богов, они дошли до определенного пика, до определенного предела. Когда люди разочаровались в этих богах, когда они понимали, что эти боги, они ничего с собой не несут, когда люди понимали, что кому бы ты ни поклонялся, у тебя жизнь совершенно не меняется. И наступил вот такой вот духовный вакуум внутри людей. Люди хотели другого. Люди хотели перемен. Люди хотели, чтобы пришла весна. Чтобы вот эти все, вот в их верованиях, когда люди говорили, рассказывали какие-то легенды о богах, неизменно присутствовал вот этот факт, что Бог когда-то что-то с ним случалось, он умирал, и потом он восставал по новой, с новыми силами, с новыми какими-то такими благословениями для людей. И люди вот очень хотели увидеть эту весну. Очень хотели увидеть вот новый этот росток. Люди стремились к этому. И, наверное, вот эти ожидания человеческие, может быть, они не были выражены в каких-то массовых мероприятиях, в таких каких-то митингах и лозунгах, но внутри людей
духовно это все ощущалось. И Бог послал в мир Иисуса Христа, Сына Своего Единородного, именно в этот момент, когда люди максимально могли принять эту благую весть о Христе, когда люди ждали этой весны, когда люди ждали этого рассвета. Христос пришел, когда исполнилась эта полнота времени. С одной стороны, были открыты все границы, были построены дороги, были изгнаны корсары, эти пираты с морей. Наступил вот такой вот мир, наступило такое благодействие. В сердцах людей возник вот такой вот духовный вакуум, и тогда, именно тогда пришел Христос. Философия, с другой стороны, она тоже пришла в упадок. И вы знаете, когда философия развивалась по каким-то ступенькам, она достигала какого-то своего расцвета, люди поглощались философией, то сейчас, на тот момент, когда пришел Христос, уже была такая ситуация, что философы пришли к какому-то кризису и уже не видели выхода в своих рассуждениях, они уже начинали ходить по кругу. Сатирики уже начинали писать какие-то такие смешные, сатирические просто повествования о богах. Уже начали немножко насмешливо отзываться об этом, уже начали шутить над этим. То есть понятно стало, что для людей уже перестали существовать, по большому счету, авторитеты духовные. Для людей перестало существовать вот этот фундамент, на котором они строили свою веру. Пришла полнота времени. Люди ожидали, люди ждали. И греческая, римская империя, к тому же, еще помогла очень сильно в благовествии, помогла в том, чтобы Священное Писание распространялось, чтобы люди могли проповедовать еще вот в каком аспекте. Люди говорили и понимали все прекрасно, практически все понимали один язык. Это был язык древнегреческий. Они говорили на этом греческом языке, они понимали его все прекрасно. Вспомните даже надпись, которая была сделана, прибита к Христу, когда Христос был распят, надпись, которая гласила о его вине. На скольких языках она была написана? На трех. И это были какие языки? Еврейский, греческий и римский. Еврейский, собственно говоря, потому что находилось это все на территории Израиля. Римский, потому что это был официальный язык Римской империи. И греческий, просто потому что его понимали все. Прекрасное место, прекрасное время для проповеди. Когда дороги открыты, когда никто не мешает тебе проповедовать, когда ты можешь ходить без границ, когда все понимают один язык. Пришла полнота времени. И Христос пришел. Друзья мои, эта полнота времени на сегодняшний день, она приходит в сердце каждого отдельно взятого человека. И если вы сегодня о ком-то молитесь, если вы о ком-то переживаете сегодня, что кто-то не верит в Бога, он ушел очень далеко от Бога и живет своей жизнью, подумайте, может быть, не пришла просто полнота времени для этого человека. И продолжайте за него молиться, продолжайте ему говорить о Боге, продолжайте, потому что Бог действует. Потому что Бог знает, когда придет эта полнота времени. Работайте над этим человеком. Работайте с этими людьми, проповедуйте им. Ждите, и Господь обязательно ответит. Когда-то в сердце каждого из нас наступила эта полнота времени. Когда однажды мы поняли, что уже нет авторитетов духовных, когда нужно было обращаться к Богу. Когда однажды мы поняли, что уже нужно что-то менять в своей жизни. Когда мы поняли, что так дальше мы жить не можем. Наступила полнота времени. И Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить тот законный, дабы нам получить усыновление. Слава Богу за то, что Рождество Иисуса Христа, оно состоялось. Оно состоялось именно в то время, и теперь мы относимся к той категории людей, которые блаженны, не видевшие и уверовавшие. Да благословит нас Господь, чтобы полнота наступила не только в нашем сердце, но и в сердце многих наших друзей, близких и знакомых, которые еще не верят в Иисуса Христа, своего личного Спасителя. Да благословит всех нас Господь. Аминь. Закончилось богослужение. Я надеюсь, каждый из присутствующих мог получить нечто ценное для себя.
Все мы находимся на пути к вечности. В определенный момент она откроет свою дверь перед нами, и мы войдем в нее. Чтобы войти, достаточно несколько минут. А чтобы подготовиться к вечности, требуется много времени, требуется вся наша жизнь. Самые искренние пожелания вам, дорогие телезрители, находить время для себя, для своей бессмертной души, для размышления о драгоценных истинах Господа нашего Иисуса Христа. Божьих благословений вам на пути подготовки к вечности.